Всем привет! Сегодня у нас великий день, 23 февраля. И хочу поздравить всех мужчин с Днем Защитника. Что бы мы, слабые женщины, без вас делали? Вон даже лунку пробурить и то тяжело. И в этот чудесный праздничный день желаю вам мирного неба над головой, чтобы не пришлось вам защищать нас с оружием в руках, чтобы свою жизнь вы прожили в мирное время. Счастья, любви, здоровья вам и вашим семьям. Огромный привет мужчинам-блогерам. Творческих вам успехов, ребята, и процветания вашим каналам. И привет моим подписчикам. Спасибо вам, ребята, за поддержку и добрые комментарии. А еще хочу поздравить своего мужа. Вот уж с кем я чувствую себя защищенной от всех бед, кто освобождает меня от всех забот и проблем и дает возможность мне полностью заниматься моими любимыми делами, рыбалкой и грибами. Люблю тебя, муж. И сына своего поздравляю. У тебя еще все впереди, сын, а мама всегда будет рядом. Так что всех с праздником! Все! Первая лунка у меня готова. И можно приступать к праздничной рыбалке. Это я все за карасем пытаюсь охотиться. Погодка-то какая! Тепло. Тепло, снежочек, прям буквально карасиное. Я просто сегодня надеюсь на карася. Я столько протопала, сейчас покажу. Вон там прямо деревья, то я в прошлый раз там сидела, а сегодня рванула сюда. Ужас, ж надо так карася хотеть, а? Фух. А еще буриться как тяжело. Бур по самый шнек уходит. Кстати, погодка сегодня какая-то со странностями. С утра снег метет. Сейчас мороз крепчает. Солнце вышло. А вообще очень красиво. День в разгаре. Время обеда. Ни одной поклевки я сегодня так и не увидела. Видимо, рыба тоже отмечает сегодня праздник, причем совсем не закусывая. Ладно, буду сворачиваться. Становится холодно, мороз крепчает. Так что в итоге ни одной рыбки сегодня не пострадало. С праздником, друзья! Всем пока-пока!